В Беларуси стоимость стоматологических процедур снизится почти на 50%. Постановление предусматривает ряд услуг, на которые установлены новые тарифы. Ценник удаления молочного зуба станет дешевле на 33% и будет чуть больше 85 рублей. Лечение среднего кариеса обойдется в 86 вместо 163. В республике зафиксированы вспышки кори. Зарегистрировано 59 случаев. Заболевание выявлено во всех областях, кроме Брестской. Главные симптомы – высокая температура, сыпь, поражение дыхательных путей. Треть прецедентов связана с выездом за границу, последние – среди непривитых. Правовой профсоюзный прием пройдет в Бобруйске 30 ноября. Там граждане смогут задать вопросы по теме норм законодательства, регулирующих сферу трудовых правоотношений. Встреча будет проводиться с 10 до 12 в административном здании филиала «Бобруйские тепловые сети РУК Могилев Энерго» по адресу город Бобруйск, улица Минская, 96. Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» стартует 15 декабря. Она ежегодно проходит в Беларуси более 25 лет. Действие организовано на республиканском и региональном уровнях. Цель – помочь и поддержать малышей, которые больше всего в этом нуждаются. Беларусь и Китай подписали соглашение о совместном кинопроизводстве. Первый фильм запустят в разработку в январе 2024-го. Сейчас активно идут кастинги и решаются различные вопросы. Детали сценария и названия пока не раскрывают, но известна, история будет о любви.